Секретарь Одинцовского отделения партии «Единая Россия» Андрей Иванов провел встречу с членами клуба «Активное долголетие». Участники обсудили реализацию проекта «Старшее поколение» и новые направления деятельности клуба. В рамках партийного часа, который проходил в формате чаепития, глава муниципалитета зафиксировал предложение по развитию новых направлений. «Мы стараемся, чтобы и в пенсионном возрасте наши жители активно, познавательно и весело проводили свое время», отметил Андрей Иванов.